Уважаемые слушатели, сегодня я отвечу на один из вопросов, который часто бывает, появляется в запросах в издательство или мне на почту, который требует некоторого пояснения. Не могу сказать, что большого, но достаточного. Вот его более-менее полноценно сформулировал Владимир Шумейко. Он задает такой вопрос: что такое произвольное мышление? Значит, попытаюсь объяснить, что это такое. Произвольное мышление, которое мы, кстати говоря, определяем, когда тестируем вот известным способом с помощью анализа текстов, ну и там фотографий, мы как раз именно это и выясняем, что такое произвольное мышление. То есть, когда вы думаете о зарплате, о любви, о детях, о обеде, ужине или завтраке, это к произвольному мышлению никакого отношения не имеет. Это те биологические заботы, которые любой человек, сказать, вынужден решать, те проблемы, которые он вынужден решать в повседневной жизни. Ничего здесь интеллектуального особенно нет. Это те биологические задачи, которые стоят перед нами. То есть, в данном случае, заставлять себя думать об обиде, особенно когда хочется что-нибудь есть, совершенно не нужно. Само как-то приходит. А вот заставить себя думать вместо обеда, особенно когда есть хочется, о чем-нибудь высоком и духовном уже очень проблематично. Ну, те, кто любитель постов, те знают, что думать там уже затруднительно. Но вот представим себе, что возникла такая надобность. Так что же произвольное мышление? Произвольное мышление – это то, чем мы занимаемся в том случае, когда не решаем проблему еды, размножения и доминантности. То есть всего того, что я уже перечислил. Вот тогда мы занимаемся произвольным мышлением. То есть вы можете взять себя в руки или в ноги, кому как угодно, и заставить себя думать о том, что напрямую не приносит биологической выгоды. Это огромная проблема. Наш мозг категорически отказывается это делать. Почему? Потому что резон-то какой? Ни колбасы, ни любви, ни детей, ни даже закуски, ничего не будет. И поэтому наши граждане очень часто приходят, выполнив некоторые манипуляции, открывают пасть, высовывают язык и вперевываются в телевизор. Вы многих таких знаете, называть вам не надо. Почему? Потому что любая деятельность мало-мальски рассудочная, даже по починке чайника, она вызывает глубокую аллергию. В чем дело? Дело в том, что вообще обезьяны не очень приспособлены к труду. Вы посмотрите, в зоопарк сходите, чтобы освежить воспоминания о далеком прошлом. Там как раз они в основном так лежат, почесываются, едят, когда им приносят. Ну и там решают свои социальные проблемы, кто кому наддает, кто станет главным начальником. Что будет, кто будет вторым начальником, кому самочка достанется. Вам это ничто не напоминает? Ну, мне кажется, вот просмотр телевизора примерно приводит к тем же результатам. Наблюдение одного сорта. А что-нибудь разумное-то есть? У обезьян в зоопарке вы, я боюсь, не найдете. А вот произвольное мышление – это как раз, когда вы можете себя принудить решать те задачи, которые невыгодны вам лично. Ну, например, вы решаете некоторую проблему глобальную. Ну, некоторые сейчас увлекаются, опять как в начале 19 века, 200 лет назад, тому, вечными двигателями.
Масса сумасшедших этим увлеченно практикует. Кстати, во Французской академии наук еще в 30-е годы 19 века перестал принимать к рассмотрению эти идиотские заявки. Ну, некоторые создают искусственный интеллект. Они до сих пор уверены, несмотря на очевидное фиаско, которое наступило с этим ИИ. Вот, они продолжают с упорством мух, которые бьются в стекло, они с тем же упорством продолжают создавать искусственный интеллект и улучшать GPT-чат. Мы сейчас соберем много-много-много слов, соберем все конструкции словесные, и никто не отличит сочинение GPT-чата от сочинения Толстого. Так говорят вот эти придурковатые малолетки, которые занимаются арифметикой и программированием. Ребятки, конечно, до вашего уровня вы GPT-чат поднимете. Но у вас что, уровень каков? Ой, не Толстые, ой, не Пушкины. Так что вы бы сидели своими клавиатурами тихо-тихо в дальнем углу и не придумывали бы то, чего создать не можете. Но зато за это можно получить много денег. Обещают и дают. На серьезную науку никогда. Вот произвольное мышление – это как раз способность решать проблемы там из области стерфизики, Пуанкаре, рассчитывать движение звезд, как астрономы это делают, изучать какие-то неизлечимые болезни, то есть заниматься тем, что напрямую тебе не принесет колбасы. Это очень сложно делать, по себе знаю. Я всю жизнь занимаюсь проектами, связанными с гоминидной эволюцией, на которые, естественно, всякое нормальное государство не даст ни рубля. Попользоваться хочет, это факт. Но платить абсолютно нет. Поэтому в большинстве научных исследований реальные научные прорывы делаются не благодаря финансированию, а из-за того, что ученым интересно, которым глубоко плевать, есть финансирование или нет. Но если, конечно, они не бегают с флагом вокруг синхрофазотрона и говорят, что вот-вот сейчас и взойдет. Ну, такого жулья у нас тоже, как вы понимаете, навалом. Вспомните коллайдер. Как он там коллайднулся-то? Чего он там наоткрывали? Бозон Хиггса, который существует с вероятностью 50%. Ха-ха. Ребята, за эти деньги его можно было выдумать. Поэтому, отвечая на вопрос Владимира Шумейко, я продолжаю. Произвольное мышление – это занятие биологически невыгодной, ненужной деятельностью, которая требует принуждения собственного мозга для того, чтобы он тратил драгоценную энергию не размножение еду и доминантность, а на совершенно никчемные вещи, которые заинтересованы все здравомыслящее человечество, но после того, как наестся. Вот. Примерно так. Еще вопрос с продолжением. Это письменная речь, грамматика или семантика? Это что такое произвольное мышление? Нет, это называется письменность. То есть, когда человек пишет, он должен соблюдать грамматику, семантику и так дальше. То есть, строить предложение. Это признаки. Если вы пишете, как, например, Тургенев, и, ну, или как хотя бы Зиновьев, Сан Саныч, который. Ну, вот. Вы, конечно, большой мыслитель, но не более того. То есть владение речью не означает, что вы можете ее контролировать с помощью произвольного мышления. Это хороший признак, но не финальный. Математика, также продолжает Владимир, тоже произвольное мышление? Нет. Математика... И еще шахматы бы вы назвали. Это непроизвольное мышление. Самый низкий уровень, как известно, у нас был достигнут Каспаровым. То есть по нашим тестам он находится где-то внизу этой самой пирамиды. Интеллектуальной, я имею в виду. А математика – это что такое? Это сублимация речи. То есть на самом деле математика – это те же самые речевые функции. Она родилась из речевых функций, она локализована в тех же областях мозга,
И она также точно связана с нашей эволюцией. То есть это производные производных, если говорить математическим языком, то есть которая стоит в надстройке над простой устной речью, сложной письменной речью и, собственно говоря, является верхней абстракцией речевых функций. Но не более того. То есть, да, конечно, бывают выдающиеся математики, которые создают того нового, что в математике не было. Ну, там, вспомните, Лобачевского того же самого, дорогого Евклида, ну и многих других. То есть математики-то есть действительно одаренные, но это тоже такой же штучный товар, как и литераторы, и художники, и даже, не побоюсь этого слова, политики. Хотя там люди встречаются с произвольным мышлением очень редко, может быть, реже, чем во всех других областях. Но зато кто им обладает, тот имеет преимущество. Мы видим это по нашей стране. Таким образом, отвечая на вопрос, что такое произвольное мышление, это, по сути дела, критерий человечности. Если вы не обладаете произвольным мышлением, то все остальное – то это инструмент для выполнения биологических функций. Тоже неплохо, многим нравится. Поэтому, уважаемый Владимир, могу сказать так – что если хотите пользоваться произвольным мышлением, надо учиться заставлять себя думать на биологически невыгодные темы. Это очень сложно, очень накладно и очень тяжело, даже физически. Пожелаю вам в этом занятии больших успехов. Ну, а остальных, кто слушает этот ролик, прошу не отчаиваться. Возможность поумнеть есть у всех. Просто это очень энергетически дорого стоит. А в социальном плане это позволит вам получить максимальное количество семейных, бытовых и рабочих неприятностей. Умных не любят. Поэтому держитесь, крепитесь. Реже думайте, чтобы не наживать большого количества врагов. До свидания.